Сергей, задний тормоз, задний тормоз, задний тормоз. Цепь упала. А, цепь, я думал, звезда передняя. Да. Немного мы проехали. Уловитель не помогает, ты понимаешь, это есть проблема, значит. Димон за 33 минуты приезжает. Ну мы с ним так и ехали примерно. А? Мы с ним так же, ехали в том же темпе. Не туда. Не туда. Не туда. Сергей, смотри, ты должен загрузить вот так вот, хоп, жопу загрузить, и чтобы он встал. То есть... Это не значит, что... А, слетело. Либо порвался. Короче, из говна и балок делаем тросик газа на минчик. Там скрутили узелок, а здесь сейчас мы сделаем... Стопор чуть-чуть, потому что... Стопор? Стопор, это как в Карелии, как в Карелии. Давай не будем спешить, будем работать на качество. Спешить будем ближе к гонке. Сейчас мне надо вспомнить, как это делать, понимаешь? Да нормально есть, я просто бревна, ну. Где все расстыковано? Это надо усилий, чтобы раскудать, блядь. Это я потренирую дома. Просто так ты его не поднимешь. Да сядь на жопу и гази. Газ раньше давай. Раз.
О! Надо определенно бревна тренировать. Четко. Пластмассы нет. Какой? Ну ничего страшного. Тебя видел? Я видел, я заснял. Так вот. А что ты сюда поехал? Нет. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но после нашего ремонта ты думаешь, что он стал лучше? Так а чего ты меня повел по таким? Так это трасса наша. Я понял, что трасса, но он же не это, не может. Молодец! Проще по этой, наверное. Сюда встать. Я вытяну ее. Мне кажется, нет. Газом пробуй. Давай, пробуй. Видишь, все решает газ. Если бы не эта ебаная цепь. Подожди, стой. Давай, вперед. Я знал, что так будет. Я вот знал, что так будет. Я когда здесь нашел обрыв, вот он здесь. А. Да? Что-то пошло не так. Знаю. Что? Во. Что-то. А, блин. Пленник торгнуть надо. Она аж выпилила. Нихуя себе. Да. А чем? Пассатижами давай. Сейчас. Достань инструменты. Камера снимает. Камера снимает. Да. Давай, пошел. Нормально. Тяжело так. А? Так тяжело. Тяжело в учении, легко поют. Да. Это
Оно тоже нету. Она увернулась внутрь. Заводи! А, у тебя шеф заводится. Стека! Еще немножко! Васа! Еще немножко, можно было обратно съезжать. Я по пальцу въебал, это кровь. Это кровь. Это кровь, Аслан. Вот это кровь. Это кровь, ты понимаешь? Это кровь. Это трасса. С разгону больше надо заедешь. Какого разгона, если я ногами вешу? Какого разгона? Разгону. Я ногами вешу разгону, давай. Я не могу. Куда мне ноги ставить? Сюда? Я не могу ставить. Ты не представляешь, как неудобно ноги сюда ставить. Ты просто тупо не представляешь, как удобно. Сюда? Куда я поставлю? Это на внутрь, она даже не держится. На коробке передач держать или на тормозе держать? Ну куда? Они мне висят. Ну хорошо, поехали по низу. А нам все равно заезжать надо будет. Ну я не возьму, понимаешь, что это хуйня не побудет. Я если ножки были, блин, то да. Давай спускай, давай, давай, спускай. А? Спускай, спускай. Спускай, блядь, спускай, блядь, спусти. Спусти эту штуку. Примерно так, да? Ты же должен контролировать этот процесс. Я сконтролировал, видишь?